Я должна быть самой красивой на своем выпускном вечере. Чтобы стать самой красивой, Александре еще надо погладить платье и сделать прическу. А то, что она самая умная, доказывать уже не нужно. Ученица лицея ИГУ набрала 100 баллов ЕГЭ по русскому языку. 98 по истории, 95 по обществознанию и 92 по английскому. Только математика далась не так легко. 74 балла. Конечно же, нарешивала тесты, ходила на курсы. С нами в лицее очень сильно педагоги занимались. Александра считает, если человек уверен в своих знаниях, ему не важно, в каком формате их будут проверять. Мама отличницы говорит, что в дочери не сомневалась. На этот результат Александра работала год, шла к цели, не сворачивая. По маминым воспоминаниям, Саша с детства отличалась редкой целеустремленностью. Мы, конечно, переживали, ждали результатов, но уверенность была полная в том, что действительно сдаст она хорошо. Причем радовалась, наверное, больше даже я, чем она. Узнав результаты, я была в восторге, я была счастлива. Выпускной вечер Александры начинается в 7 часов. Можно расслабиться, спешить некуда. Билет до Санкт-Петербурга уже куплен. Медалистка будет поступать в Санкт-Петербургский государственный университет. В культурной столице Александра будет изучать культурологию или искусствоведение. Евгения Жардева, Николай Крупченко. Новости сейчас.